Следить за здоровьем нужно с молоду. Это негласный девиз проекта «Здоровый выбор». Входят в него лекции от медиков и скрининг-обследования. В этот раз встреча прошла в педагогическом университете. В ВУЗ приехал мобильный центр здоровья. Врачи провели обследование и проконсультировали пациентов. Мне бы очень хотелось, чтобы они услышали сегодня главного специалиста, что ж такое рак, как его можно заподозрить у себя, не обязательно у себя. У них у всех есть семьи, есть близкие, бабушки, дедушки. Поэтому мы просто хотим, чтобы как можно больше людей об этом знало. У студентов замерили артериальное и внутриглазное давление, рост и вес, объем легких и уровень кислорода в крови. А также специалисты Центра здоровья дали рекомендации, разъяснили информацию об онкозаболеваниях и выдали памятки. В современном мире мы часто подвергаемся стрессу, и это очень сильно сказывается на нашем здоровье. Поэтому нужно следить за нашим здоровьем. Кроме обследования, для студентов провели лекцию «Онконастороженность. Основа раннего выявления рака». Молодежи рассказали, что такое рак и на что стоит обращать внимание. Мы пришли в Ульяновский государственный педагогический университет, потому что наша аудитория сегодня – это те люди, которые в последующем будут работать с людьми, с детьми, с их родителями, с пожилыми, своими родственниками. И они способны доносить информацию до как можно большего числа людей. Проект проводят по нацпроекту «Демография». Ежемесячно во всех вузах города будут проходить подобные встречи. Такие мероприятия помогут обратить внимание учащихся на важность укрепления здоровья и поддержания здорового образа жизни. Кирилл Савосин, Анатолий Рассохин, УлПравда ТВ.